Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами обзор на вот такой интересный сок от компании «Любимый». Называется «Рождественский микс». Смотрите, какой он красивый. Должен быть темненьким, наверное. Так, давайте его рассмотрим всего. Здесь у нас, смотрите, есть состав, читаем. Сок яблока, сок винограда, черноплодной рябины, апельсины, вишенки. Ну и куча всего. Лимонная кислота, как всегда. Вот, чуть-чуть меньше литра. Так, да, вот здесь еще. Так, и давайте его попробуем. Мне кажется, должно быть очень вкусно. Кстати, серия ограничена, их довольно мало. Купила его в Магните. Цену сейчас не скажу уже. Так, такой же почти темненький. По цвету, кстати, наверное, даже может и похож. Там темно такой черный или даже темно-красный. Ну да, здесь тоже красный, но такой мутноватенький немножко. Немножечко даже. Давайте попробуем. Какой же у нас на вкус? Кстати, по запаху кажется, как будто прям вишня. Вишня с чаем, что ли, с каким-то. Не сильно сладкий, в меру сладенький. Вишня. Чай как будто, ну, чай такой вишневый. И черноплодную рябину прям ощущается. Ну, такой аромат, такой некий, как послевкусие, аромат ощущается. Но вишни прям очень-очень много. Еще там должен быть яблочный сок. Виноградный, да? Апельсиновый. Ну да, наверное, они, в принципе, может быть, их же не вот прям много добавили, по чуть-чуть, наверное, они там присутствуют. Но, кстати, очень такой ароматный, такой очень вкусный, действительно похож на рождественский микс, такой что-то, знаете, праздничное. Такой, как праздник. Что-то такое вкусное, которое не каждый день попьешь, которое попьешь редко. Послевкусие очень приятное. Яблоко, да, ощущается, и, по-моему, даже палочка корицы. Мне кажется, она там есть. Тоже немножечко ощущает. Ну, какие-то такие специи ощущается. Хотя здесь, кстати, сироп регулятор. А, корица, да. Корица, гвоздика. Ну да, вот корица немножко чувствуется. Очень, кстати, вкусный, очень такой приятный на вкус напиток. Можно прям смело покупать. Вкусный. Можно иногда вот так вот попить. Так вот насладиться, как, знаете, как гринтвейн. Чуть-чуть, наверное, он похож. Вкусно, мне понравилось. Пишите свои отзывы под этим роликом. Понравился ли он вам. Вкусный, невкусный, свои отзывы. Также смотрите другие ролики, обзоры на технику, на продукты, на шоколадку. Вот на шоколадку будет следующий обзор. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, с колокольчиком подписывайтесь. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока.